Самого доброго, самого счастливого, самого чудесного дня желаю всем зрителям телеканала Рифей ТВ. Пусть сегодня еще ярче светит солнце и каждый лучик зажигает искорку надежды. Встречайте новый день с улыбкой и дарите всем замечательное настроение. В студии Иван Алешин. Здравствуйте. Спешу представить вам своих гостей. Конюхова Дана, четырехкратный медалист первенств и чемпионатов России, серебряный призер Европы, кандидат мастера спорта, черный пояс, второй дан, член сборной России. Черемных Тимофей, победитель первенства России 2023 года, кандидат мастера спорта, черный пояс, первый дан, член сборной Российской Федерации. Ну и тренер, конечно же, ребят, Ян Конюхов, мастер спорта, черный пояс, четвертый дан, тренер высшей категории, дважды тренер города Перми по олимпийским видам спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ян, ребят не так давно приняли участие в престижных соревнованиях под тхэквондо. Расскажите, что это были за соревнования, где они проходили, каких успехов ребята достигли? В этом году ребята показали высокий результат на первенствах России по своему возрасту. Дана завоевала серебряную медаль. В Казани проходило первенство России среди молодежи до 21 года. Дана стала второй. Выполнила норматив мастера спорта. Выступила очень достойно. Чуть-чуть совсем в финале уступила. Тимофей выиграл первенство России по своему возрасту, 12-14 лет, выиграл золотую медаль. Первый вообще за последние 10 лет, кто по мальчикам такую медаль у нас выигрывает в нашем крае. Выиграл 6 поединков, все очень упорные, и стал чемпионом России по своему возрасту. Да, на Тимофей, как давно вы занимаетесь тхэквондо и вообще расскажите о тех турнирах, в которых вы приняли участие, тяжело ли далась победа? Я в спорте уже 14 лет. Победа всегда дается сложно. После четвертьфинала уже не бывает легких боев. Тимофей, твои впечатления о турнире и как давно ты занимаешься тхэквондо? Я занимаюсь тхэквондо уже 8 лет. Для меня эта победа далась с большим трудом. Финал был упорный. Также очень тяжелая сетка была. Но я всех победил и стал первым. Я тебя с этим поздравляю. Дана, это не первая твоя победа в таких престижных соревнованиях. Расскажи о своих достижениях. С 2019 года я являюсь членом сборной России. Стала второй на первенстве России по юношам. И в этом же году стала второй на Европе по юношам. Дальше на юниорской России становилась третьей. На Кубках Президента. Это международные турниры, дающие лицензию на Европу по разным возрастам. Также на чемпионате России, главный турнир вообще в России, по взрослым стала третьей, попала во взрослую сборную. И последняя стала второй на России по молодежи. Ну, такой серьезный багаж побед. Ян, вы представляете клуб олимпийского тхэквондо «Каскад Победы». Расскажите, как развивается этот вид спорта у нас в Перми и Пермском крае? Вид спорта развивается очень стремительно. У нас растет количество клубов в городе и количество занимающих. Сейчас детей занимается более 1500 человек в Перми. Вот. Это олимпийский вид спорта вообще во всем мире. Он развит уже, и мы тоже догоняем. В нашей школе занимается около 1000 человек. Постоянно растут спортивные результаты. За последние 4 года у нас 8 медалей на первенствах России. Это ребята регулярно, каждый год практически показывают результат на официальных первенствах России. А это самый важный старт вообще, какой есть по нашему виду спорта. Мы выезжали до пандемии еще очень много на международные турниры. И там тоже уже показывали результат, что тоже большое достижение. Ребята сейчас отобрались оба на первенство Европы. И мы надеемся, что мы получим допуск к сборной России. И они смогут показать себя на международной арене и защитить честь нашей страны. Ян, ребята, желаю вам новых спортивных побед. Спасибо, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. В студии работал Иван Алешин. До новых встреч!